Всем привет, с вами Джика. У нас очередной обзор. Будем обозревать, можно так сказать, плавучий дом. Точнее, дом установлен на воде. Дом находится поблизости, давайте проедем. У меня вот как раз уже катер припаркован здесь. Эти дома мы уже обозревали. Дом находится на северной части города, напротив моря этого, озера точнее большого. Давайте прокатимся. Дом находится довольно-таки близко. Можно на катере доехать. Вода очень красивая. Вот этот вот дом впереди. Так, у него есть свой док, где можно немножко вот так вот сейчас припарковаться. Оу, так, ладно. Ну, припарковался красиво. Так, ну, давайте осмотрим дом сначала снаружи. Вот, подъем на дом вот такой лестничный. Подъездной зоны нету у дома, есть только вот док, к которому можно причалить. Дом скорее для отдыха в выходные дни или на отпуске, чтобы можно было провести весело время. Дом двухэтажный, имеет модерн стиль, в современном стиле сделан. Дом находится над водой, плавучий весь. Имеет также два бассейна, две спальни, два санузла. Вот такой вот дом. Сверху это вертолетная площадка, надо достроить. Ну давайте обозревать дом, подниматься. У дома есть один большой бассейн, сквозной, то есть отсюда можно вот для любителей заниматься дайвингом, спуститься и прям сразу нырнуть в озеро. Также установлены лежаки для отдыха, прозрачный пол, чтобы наблюдать за подводным миром. Так, установлен гриль. Оформление у дома. Такая вот сверху крытая площадка для отдыха. Вот такой вот шикарный вид на восток. Солнце встает оттуда. Вот оно уже сейчас примерно 9 часов утра. Только-только встает, оно вот пойдет вдоль юга потом. Вот такой вот шикарный вид у дома. Так, ну давайте посмотрим дальше, что есть у нас. У нас есть гостевой санузел, душевой кабиной, все вот по стандарту. Все работает, полотенце, озеленение у дома. У нас здесь сразу же кухня. Кухня с вытяжкой, с раковиной вон. Обеденная зона. И у нас первая спальня. Первая спальня у нас здесь. Смотрит на запад. Ночью, ну то есть вечером будет очень красивый вид с окна. Также вот можно сесть. И вечером с каким-нибудь шампанским можете наблюдать закат солнца. Также у нас с этой стороны дома стол. Здесь можно установить компьютер, ноутбук, принтер. Телевизионная зона, зона отдыха, вот на диване можете прилечь. Кстати, вверх, посмотрите, какой он стеклянный верх. Сверху бассейн. Вода с бассейна не протекает, был бы одноблочный потолок, то протекало бы. Но здесь двойной потолок, я вам не знаю, смогу показать, нет, но вот это вот стекло, очень тонкое, заменяет второй блок, поэтому вода
сюда не проникают. Герметичность превыше всего. Так, ну вот такой вот вид на восток с окна. На этом мы первый этаж посмотрели. Давайте поднимемся. Лестница на второй этаж находится вот как раз с западной стороны. Давайте поднимемся. Сразу же при входе у нас санузел от второй спальни. Все, в принципе, стандартно. Вот такой вот коридор на северную часть. Здесь тренажеры. Можете вот по утрам бегать. И давайте пройдем в спальню вторую на втором этаже. Вот такая вот спальня. В спальне свой стол. И ТВ-зона. Зона отдыха. Также вот такой вот камин. Ну, можно собираться вечером. На открытом небе. Точнее, ну, не совсем открыто. Есть маленький вот такой вот. Как он называется-то, не знаю. Забыл точнее. Вот такой вот, как костер, камин, как это можно назвать. Также второй бассейн. Вот как раз, как вы помните, вот мы сидели там, и потолок над бассейном был. Также вот лежаки с зонтиком. И это как бы бассейн Infinity считается, вот с таким вот видом. На северную часть, на озеро. С этой стороны лес, точнее не лес, там дома. И вот здесь уже подъем на вертолетную площадку. Очень короткий обзор получился на этот дом. На дом шикарный. Собираюсь в моих планах в будущем. В центре вот этого озера будет такие дома установлены. Они будут повернуты на разные стороны света, то есть на юг, на север. Вот данный дом повернут на северную, вот туда, на ту сторону. А остальные дома, которые будут вот в центре этого озера, они будут обращены туда на запад, на север, на восток, на юг. В общем, по кругу. Там будет в центре озера такой мини-городок из вот таких домов. В середине будет док центральный, куда можно будет приплывать, как на Майами. Точнее, не Майами, а вот на Малибу. В общем, вот такой вот остров будет в центре. Вот такой вот дом. Ну, этот дом вы уже видели, обзор был на него. Шикарный. Также здесь немножко переделал вот соседний маленький райончик из домов. И дальше дома уже от Джинтуба. Такой архитектор-строитель тоже в Майнкрафте строит такие же виллы, очень красивые. Очень такой сильный архитектор получается, строитель, как там назвать, делает шикарные виллы. Обзоры у него на канале, ссылку на его канал оставлю внизу в комментариях. У него очень много подписчиков, посмотрите его дома, очень красивые. Делать у себя обзор не буду его домов, так как он сам делает свои дома. Но так, чтобы вот быстро показать район, разве что могу. Потом позже будет обзор на район. Я переделал, улица у меня туда дальше идет, и поворот, несколько поворотов туда. В общем, вот такой вот обзор. Всем спасибо. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Обязательно отвечу. Все, всем пока.